Всем привет, ребята, вы на канале ATP, и сегодня мы расскажем вам сюжет 47-й серии Скрипт Туалета. Но сначала ты должен поставить лайк, подписаться и не забудь колокольчик. В этой серии мы видим разрушенный город, окупанный пустотой. Сразу следующий кадр, где Титан Спикермен прилетает. У нас есть теория, что Титан Спикермен привел Титана ТВ-мена специально сюда, чтобы заразить. И после этого мы видим Джимена, который спустя столько серий вернулся. Он начал атаковать Титана ТВ-мена. Вот Титан ТВ-мен оглушил его. Казалось бы, что Титан ТВ-мен выиграл Джимена, но не тут-то было. Но сзади него пришел новый мутант. Но теперь мы точно можем предположить, что Титан Спикермен привел его сюда специально. Дальше новый мутант отрезал Титан ТВ-мену динамики. И не только, еще и вспомогательные клешни. А дальше Титан ТВ-мен ударил решающий удар для мутанта. А дальше его атаковали сзади Джим-мен. Он оттолкнул Джим-мена с помощью своих цепей. Казалось бы, он заглушил Джимена, но не тут-то было. Титан Спикермен нанес смертельный удар Титану ТВ-мену, но он его оттолкнул. Но Джимен нанес ему еще один удар со своими лазерами. Сверху прилетел Скибидит, чтобы заразить Титана ТВ-мена. Спикермен улетел поврежденным. А вот Титан ТВ-мен заразился. Что? Если присмотреться, то здесь можно увидеть человека. Теперь у нас есть теория, что некоторые человеки все же выжили после атаки скибидистов. Подпишитесь, поставь лайк, если хочешь увидеть больше таких видео.